Мои дорогие друзья, вот эту всю тишину и вот это солнце, и такой замечательный день я дарю всем моим друзьям, которые меня смотрят по ту сторону. Всем, даже не только друзьям, которые только зашли. Им тоже. Сейчас я с вами хочу поделиться. Смотрите, вчера нам привез. Вчера, позавчера, короче, разницы нет, я уже не помню. Вот, мы купили вот такую черепицу. Мы не нашли и такую же, как у нас, но она очень похожая. Вот такую черепицу. Вот это все черепица. Вот эти три или четыре, это черепицы. Это кирпичи. Конечно, так издалека незаметно, что они разные. Но вот это то, что осталось с нашей. Видите, они кажется, что одинаковые. Какая у них толщина, какие они тяжелые. Вот, кажется, что одинаковые, ребята, и не одинаковые. Сейчас я вам покажу разницу. Смотрите. Вот это какая и вот это какая. Я хотела одинаковую, но уже фабрика не делает эту черепицу. Короче, вот так будем продолжать кухней. Все потихоньку, ребята, сделаем. А это утеплитель на крышу. Вчера хотела убираться там, где Павлинов отпустила все. Хотела убираться там, но не получалось. Вчера не получилось. Так что сегодня иду в курятник. Не знаю, за какую работу браться. Вот эти лестницы тоже надо помыть. Короче, вот так, ребята. Работай сколько хочешь. Но это все делается. Я делаю это все. Не знаю, мне ничего не стоит, ребята. У меня просто времени нету. А так, хожу сюда делать уборки, да? И вот слышу, как они поют. И мне так это прям вот на душе становится легко. Честное слово. Закрыла я этого баламута. Потому что у меня птицы свободные. А он все прыгает на дверь, говорит, открой, я сейчас их съем. Съешь, да? Ты сейчас их съешь. Отойди. Здесь у меня невиданный срач. Невиданный срач. Вот хочу начать отсюда. Знаете, животные не виноваты, что у меня настроения нету, что у меня дела нехорошо идут. Ну, всякое. Видите, я своих павлинчиков отпустила. Они гуляют. Так, мне надо поставить камеру так, чтобы... Смотрите, как они общаются, мои курочки. Так, здесь свет не очень. Мне надо поставить камеру так, чтобы меня было хорошо видно. Наверное, вот так. Наверное, вот так. Ой. Ребята в Инстаграме. Вообще, я не знаю, откуда у людей столько злости. В Инстаграме мне одна. Короче, знаете... веником сперва веником постараюсь, я вот это все делаю, а потом
Мне в Инстаграме одна подписчица мне пишет, что мне сейчас, короче, так насолят. Даже, подождите, я сейчас вам прочитаю. Мне даже смешно стало, подождите. Так еще культурно написано, ребята, что моя безопасность под угрозой. Почему под угрозой? Вот, они сейчас, несколько есть людей, которые там объединились. Честное слово, если бы, ребята, моя задница умела бы смеяться, она бы сейчас просто бы чисто ха-ха сделала бы. Не потому, что я такая смелая или еще что-то. Под какой угрозой может быть моя репутация или что-то? Что за глупости? Мол, сейчас у них идет конфликт, ребята, за мою двоюродную сестру, которая находится здесь. Сейчас, короче, соединились эти блогерши, там люди. Короче, хотят найти мою двоюродную сестру. Я не знаю, для чего, чтобы ей там написать или что-то. Мои дорогие, мои золотые, если у вас такой есть интерес, напишите мне в Инстаграме, я вам лично дам ее номер телефона. Никому ничего не должна. Никому ничего не должна. Никого я не боюсь. Если я что-то выкладываю, я выкладываю то, что я считаю нужным. Если кому-то что-то не нравится, переключайтесь и точка. Мол, она живет социальным наймом квартира. Это неправда. Моя двоюродная сестра, вот смотрите, я просто вам объясняю. Она сюда приехала свое счастье искать, как многие другие. Она чуть-чуть, да, странноватая, я не говорю, что нет. Мы очень характером не похожи, мы разные, но это нормально. У нее свой характер, у меня свой характер. Я нет-нет выхожу на роликах и говорю за свою тетю. Мои обиды. Это моя тетя, но это же ее мать. Это нормально, что она на меня обижается, что ей что-то не нравится. Я это даже не то, что понимаю, даже уважаю. Понимаете, что я вам хочу сказать? Так и должно быть. Я могу многое что сказать, но это же ее мать. Понимаете или нет? Так что это, если она со мной общаться не хочет, это даже я понимаю, ребята. Я даже понимаю. И могу понять. Но она была всегда такая, до Ютуба тоже. До Ютуба тоже такая была, понимаете или нет? Если я что-то на Ютубе рассказываю за свою жизнь, за моих родственников, нет у меня никаких проблем, можете. Спросите у меня, я вам дам. И адрес, и номер телефона, и все что угодно. Вы что, ежика голой задницей хотите напугать? Я вообще мне... Ой, откуда у людей столько злости? Столько всего. А потом еще мне говорят, что во мне столько злости. Я там, ой, что я так это не прочитала, ребята? Насрать мне. Мне насрать. Вот и все. Как хотите, так и понимаете. Почему я это говорю? Потому что так я чувствую. Понимаете? Я бы не открыла бы канал, если я боялась бы обсуждения, непонимания. Сперва мне было тяжело. А сейчас мне даже становится смешно. Смешно. Тоже говорю, если бы у меня мать жива была бы, я бы, наверное, такое не решилась бы. Потому что моя мать бы этого не одобрила бы. Но пока ее нету, этих детей кормлю я. И все, что я делаю, я считаю нужным так делать. Каждый за свой грех будет сам отвечать. Если моей двоюродной сестре что-то не нравится, она может прекрасно мне позвонить. Для этого она моя двоюродная сестра. Понимаете или нет? Если вы думаете, что вы меня этим напугали, вы меня с этим рассмешили. Делайте, что хотите. Я вам разрешение даю. Глупости какие-то. У моей двоюродной сестры трое детей. Что, ей больше делать нехер, что ли? Сейчас, да, вы ей напишите. И что она мне сделает? Что она мне сделает? Под угрозой. Под угрозой, ребята, если что. Блин, еще ж так. Моя безопасность
как хорошо здесь написано, мол, моя безопасность под угрозой. Ой, ребята. Все, что я сказала, я за свои слова отвечаю, все. Если бы я чего-то боялась бы, я бы показывала просто, как я готовлю хинкалчик, как я убираю. Если я это все высказываю, я это все беру на себя. Понимаете? Все, что я делаю плохое или хорошее, я это делаю, зная, что я делаю. Неужели вы думаете, что я просто так языком чешу? Мне 46 лет уже. Мне уже 46 лет. Неужели вы думаете, до сих пор я не видела никого, чтобы ко мне сюда кто-то пришел и сказал, чем тебе помочь? Просто помочь. А судить меня все всегда. Я уже к этому так привыкла, ребята. Я уже к этому так привыкла, что мне глубоко. Вот. Всем говорю, кто меня смотрит по ту сторону, ничего не бойтесь, это ваша жизнь. Никогда, никогда ничего не бойтесь. Человек, который угрожать хочет, он в лицо приходит, говорит. Если я что-то боюсь, я просто рот закрываю и все. Я ничего не боюсь. Говорите, что хотите, пишите, что хотите. Они, видите ли, напишут сейчас на меня, потому что у меня ребенок со мной, и я его плохому учу. Вы этому ребенку что-нибудь сделали, чтобы вот так осудить? Вы кто такие? Оставьте моих детей в покое, и все, точка на этом. Следите за своими детьми. Идите чай попейте или валерьянку. Слушайте, как я не понимаю, как задевает людей, а? Что у меня вот хорошо идет канал, что у меня неплохие просмотры, что у меня подписываются, что меня поддерживают. Жопа чешется. Если чешется, иди помой мылом хозяйственным. У меня как раз в плейлисте, где готовка есть, там рецепт, как мыло делается. Сделай мыло и помой. Не будет чесаться. Потому что не только вытереть надо, помыть тоже надо. А то вытрешь и все. Помой, и тебе легче станет. Займись чем-то. Как это? У меня в голову не приходило. Столько я людей смотрела, да, на ютубе. Голову мне не приходило. Какие-то там угрозы писать. Или там кому-то звонить. Потому что у тебя тухлый канал. Работай. Работай и работай еще раз. На испанском есть. Человек, который работает, мало думает. Так оно и есть. Меньше думай, больше работай. Толку будет. Какие люди, а? Короче. Вот так, ребята. Если что, под угрозой, ребята. Если я пропаду, знайте, где мне искать. Ой, кошмар. Кошмар. Знаете что? Они не могут понять, почему вы меня смотрите. Почему вы со мной душой болеете. Я могу ответить на этот вопрос. Но лучше вы сами ответьте на этот вопрос. Я не буду. Вы сами напишите. Вот и все. Вы что думаете, я не понимаю, что моей двоюродной сестре неприятно, что я говорю иногда за ее мать? Что иногда я могу сказать за нее? Я это прекрасно понимаю. Я, может быть, не права. Я не права там. Я осознаю. Иногда мои эмоции... Иногда я... Знаете, так как я вот... Ой, как одна мне написала... Это надо иметь талант вот так на камеру смотреть и разговаривать. Так как я привыкла всю свою жизнь по телефону, с матерью там делиться, туда-сюда, я вижу телефон, и у меня такое ощущение, что он у меня на голосовом. Понимаете? Я как будто с подругами разговариваю. Я не стремлюсь ни за какими хайпами. Если... Ребята, поверьте мне на слово. Если бы я хотела бы побольше просмотров, ох, какие бы я сцены бы выкручивала бы и делала бы. Большие сценовки делала бы. За одного, за другого. Не хочу, ребята. Я несколько раз сказала там за одного человека, за другого. А потом я, знаете, как пожалела. Думаю, нахер мне это надо.
Нахер мне это надо? У меня идет канал замечательно. Очень я неплохие деньги здесь получаю. Настолько неплохие, что я не знаю, думаю, может, в огороде мне их закопать. Наверное, в курятнике не буду, потому что они же потом землю роют, выкопают еще. Не дай бог, да? И вот пропадут. 5 квартир я уже купила, если что. Вот сейчас на 6-ю коплю. Вот так. И это все благодаря вот таким дурам, как вот эти, которые мне пишут, что они мне угрожают. Чихать я хотела на ваши угрозы и на ваше все. Моя цель — говорить то, что я думаю, и делать, как я считаю нужным. И все. Я всю свою жизнь думала, того не обидеть не хочу, этого обидеть не хочу. Это, а толк какой, ребята? Если ты открываешь свой канал, и особенно блоговский вот такой, да, вот, должна ты знать, что если ты людьми не делишься, нараспашку у тебя нету души, люди с тобой тоже не нараспашку. У нас у всех есть свои проблемы, у всех. Просто есть люди, которые, вот как я, например, если у меня мать была бы, не может высказаться, не хочет, потому что там сестры, там братья, не хотят осуждения. Я это тоже понимаю, я же не лезу туда. Они стараются как-то свои ролики делать, как они умеют и как они хотят. Вот я то, что могу, то и говорю, и то, что хочу, говорю. Точка. Точка. Ой, ребята, эти дни у меня такой отпадок был вообще всего. Всего. Ничего не хотела делать. Дома там, у меня дома порядок. Дома я там прибрала и все. Но вот на улице не хотелось мне, ребята, ничего. Ничего не хотела, душа не лежала. А животные здесь, они причем? Они хотят тоже, так же, как я хочу, иметь полы чистые, не в какашках ходить. Вот они тоже хотят так. Так что сегодня взялась, говорю, нет. Нет, мне надо это сделать. И переосилила себя. Какая жара. Прям солнце бьет прямо в глаза. Честное слово. Ой. Знаете, один человек мне сказал, я ради своих детей и убить готов, и воровать готов, и все готов. Я ради своих детей на все иду. И еще раз повторяю, никого я не боюсь и ничего я не боюсь. Если бы я боялась бы хейтеров или еще что-то, я бы, наверное, на Ютубе не была бы, ребята. Понимаете? Я вам благодарна, что вы меня смотрите. Я назло еще один канал открою. Назло еще один канал открою. И тоже его подниму. И тоже его подниму. Будет уже откровенность от Натальи Курбановой. Откровенность. И так же, как и вы, буду вас чехрозить. Так же, как и вы. Ба, нахер мне это надо? Живите в этом говне. Вам нравится вот копошиться в говне? Вот копошитесь. Моя мать правильно говорила. Говно не трожь, вонять не будет. Я вас не трогаю. Слушайте, у других людей хейтеры как хейтеры, а? Напишут какую-то гадость там в этом и все. А у меня, посмотрите, они хотят службу написать. Они хотят, чтобы ко мне кто-то... Пускай кто хочет, приходит ко мне. Холодильник полный, одежда есть. Комната есть. Мне бы такое детство, как у моей племянницы. Имея маму. Мне бы такое детство. Пускай школу придут, посмотрят. Спросят в школе. Как моя девочка каждый день в школу ходит? Что она кушать носит в школу? Ходит ли она голодная или она грустная? Я ни от кого ничего не прошу. Я сама пока в состоянии сделать все, что надо. Дай Бог здоровья моему мужу и мне. И моим детям, конечно. Мы их вытащим. Никто мне ничего не должен, и никому я не должна ничего. Да, еще этого не хватало. Сейчас прям обосралась.
Обосралась. О, какой он тяжелый. Ну, конечно, пол песка. Здесь такой грязи тоже нету. Здесь песок везде. Знаете, вот песок. Видите, да? Ой, ребята, как хорошо здесь. Вот из-за этого уже у них жопа горит. Что у меня вот так просторно, что я так хорошо живу. Что у меня вот, если бы у меня не было бы вот этой проблемы, вот, что вот так получилось. Но от этого никто не застрахован, ребята. Это у любого может получиться. Кто об этом знал? Так что, ребята, у меня все замечательно. Слава Аллаху. И еще лучше все будет, ребята. Вот так. Если раньше у меня утки были, каждый день эту воду убирай, потому что только первый день заходили и все. Убирай эту воду, обратно лей. Искупается еще. Один раз только купались. Убрала я этих уток. Потому что я же не убиваю своих животных, ребята. Ребята, какая жара, честное слово. Вот сейчас здесь я веником трясу. И прям ой, кто не прошел эмиграцию, вы знаете, если вы кого-то хотите напугать, знаете, кого надо пугать? Этих людей, которые трудности не прошли. Я эмиграцию прошла. Я холод и голод прошла. Так что мне сейчас они моей двоюродной сестрой меня напугают. Оставьте ее в покое, бедная. У нее и так своих проблем хватает. Потому что мало ли что я говорю, но это моя двоюродная сестра, я за нее душой болею. Я любому глотку перегрызу за нее. Понимаете? Любому. Я не позволю ее обидеть никому. Потому что она по ее вене идет моя кровь. Понимаете? Моя кровь. Я к ней звонила, она что-то не перезвонила, может быть, она номер поменяла или еще что-то, не знаю, ребята. Потому что я к ней звонила, с ней разговаривала, сказала, ну, я там спрашивала за Казахстан, не позвони, маме позвони, узнай, как там, что там. Все равно, я же им говорю, душой я все равно болею за них. Честное слово, всего хорошего я ей желаю. И дай Аллах, чтобы она купила квартиру и нашла себе нормального мужика. Достойного, потому что она очень-очень даже хорошая хозяйка. Очень даже хорошая хозяйка, понимаете? У нее детки чистые, хорошую школу ходят, хорошо учатся, особенно вторая. Очень хорошо учится девочка. Я не знаю, мой муж пошел, что ли? Да? Блин, как я не люблю все напополам оставлять. Сейчас пойду поздороваюсь с моим любимым. Может, ему тоже хотите написать? Дать вам его номер телефона? Может, ему тоже скажете, какая я стерва, а? Может, меня бросит? Ой, расстегнусь. Они приехали, сейчас я пойду. Скажу, как они, что они. Сейчас соберу вот это чуть-чуть и пойду увидеть своего мужа, которому, бедному, так не повезло со мной. Несчастный мужчина. Несчастный мужчина. А девочка вообще бедная. Голодная, холодная, раздетая, избитая. Короче, пипец. Ой. Правильно вы мне пишете? Срать не мазать. Срать не мазать, ребят. Они что, домой пошли, что ли? А я сейчас не думаю еще. А, я здесь, моя доченька. Что, искала меня дома, да?
Моя любимая. Моя сладкая. Ой, как хорошо пахнет. Дай мне поцелуйку. Люблю тебя. Ой, как чисто, говорит. Какая женщина. Это, говорит, все время, говорит, чем-то занимается. Дай Танка, ну посмотри, меня видно через видео. Я вы. Es un hacha. Какая жена, говорит. Окей, вот так. Esta me encanta, cepillo. Что? Это, говорит, нравится, говорит, подметать. Siempre tiene su ganado tendido. Все время, говорит, она, говорит, за животными смотрит. Es un diamante, que vamos, que no sé, no lo encontré. Такую, говорит, женщину, говорит, не найти. Así que, os aconsejo una cosita. Я, говорит, вам советую одну вещь. А ну что, он посоветует, посмотрим. Hombre de todo el mundo. Мужчина, говорит, со всей планеты. Buscaros una mujer rusa. Ищите, говорит, русскоговорящих женщин. Молодец, красавица. Que sepa hablar muy bien rusito. Muchas gracias, cariño. Молодец, умница. Умница. Es que le encanta hacer pico. Я, говорит, она обожает, говорит, подметать. Какую обожаю, ребята, посмотрите, какой срач. Тетя. Ай, моя солнышко. Я блогер. Ты блогер? Да. Да? Да. Че, как уроки? Нормально? Математика ничего не сказали еще? Нет. Ты понесешь, что я мне помогу отлагать, Кари? Сейчас, ну, vamos a comer. Давай, говорю, пойдем. Где вам а рук кубана? Вот так? О, но. Entonces luego continuamos con esto, ¿no? Sí, ya es otro que está Perú. Ahora esperadme, la recojo esto y luego sigo. Так, девочки, пойду я их накормлю. Пойду я их накормлю. Потом... Сейчас, Эстеван, si no la recojo esto, vienen a gallina y hacen mi хуры-муры. A ver, cójala. ¿Cómo se llama хуры-муры? Как это будет, говорит? Что это значит, говорит, хуры-муры? Esto, ¿qué has echado aquí? Esta... А Наталья le dan un trailer y le llena? Наталья говорит, дай, говорит, целый es КамАЗ, говорит, она, говорит, Cari, его заполнит. Я, Cari, и como si no sales por la puerta? Sí, salimos. Si ha entrado, entonces salgo. Как мы, говорит, выйдем? Я говорю, если зашло... Ha entrado así? Sí, yo te ayudo. Uy, qué mal me huele a mí eso, eh. Te lo prometo que he entrado. Как ты, говорит, зашла? Es que la has metido de lado, eh. Que no. Как ты, говорит, зашла? Ты, наверное, боком. Я говорю, какой боком? Там же... Он там наложил всего это возле дверей, да? И он удивляется, как я смогла ее засунуть сюда. Я иду домой. Иди домой. О! Ручки помой, не забудь. Пока он это соберет, я быстренько вот здесь. Порвали, я порвали. Я вот здесь чуть-чуть. Я вот так не забрасываю никогда. Вот так. Просто у меня... Просто у меня, ребята, последнее время... Я, говорит, тоже сегодня целый день подметал. И домой прихожу, говорит, тоже веник. Me duermo, cepillo. Я, говорит, тоже во сне, говорит, тоже. Parece que estoy soñando valiendo. Иногда, говорит, даже во сне, говорит, я подметаю. Фух. Так. Кушать у меня готово. О! Сейчас накормлю их. Ой, Сон, Инсиня, Аура. Сейчас я вот... Меня просили девчонки показать, как мне... Он говорит, как я себя контролирую? Каждый раз, как ты заходишь, выходишь, у меня выходит, говорит... Это... No se me escapa. A ver, no, enséñalo. Míralo, detectado. Сейчас он покажет вам. Сейчас он вам покажет, как у меня через камеру видно мой двор и все. Это просто шикардос, ребята, что эту камеру... Я была против. А сейчас говорю, какой молодец, очень даже хорошо. В городе нахожусь и... Мимо тебе на entrada. Вот смотрите, вот сейчас данный момент, как видно. Где? Видите? Ой, не знаю, что-то не фокусируется. Ну, вперед ты. Да. Сейчас. Во. Вот так весь мой двор видно, видите? И сзади тоже видно. А де трассен сенелю? Сейчас он сзади покажет. Момент, ahora, conectando. Сейчас она включается. Угу. И вот задний двор. Видите, все видно. Это хорошая вещь, ребята. Честное слово, рекомендую. Поставить камеры и все. И я так спокойнее. Ухожу, ставлю на сигнализацию и спокойнее. Какой порядок, сейчас я вам покажу.
Просто так не видно, ребята, понимаете? Вот незаметно бывает, потому что по камере так не определишь, чисто, не чисто. Ну, посмотрите, я все подмела. Все. Теперь смотрите сюда. Видите, да? Вот это все надо убрать. Уберу, ребята. Это все я убрала. Эту часть. Ну, с вами болтая. Смотрите, вот на эту вещь поставила. И очень даже удобно, ребята. Вот. Цените себя. Не обращайте ни на кого внимания. Кто что говорит. Правильно мне пишут. На каждый роток не накинешь платок. Так что звездите. Ищите. Вам же делать нехрена. Коту делать нехрена, яйца лежат. Вот вам тоже делать нечего. Вот так. Ну, я довольна. Вы же хотели видеть моего павлинчика. Вот мой павлинчик. Вот так. Смотрите, целый этот набрала. Видите? И здесь надо подмести. Видите, вот это все. Ну, заметно, да? Вот. Потом я доделаю. Сейчас я их накормлю.